Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу фишку, которая доступна на любом смартфоне с операционной системой Android. Единственное, будет отличаться эффект, все зависит от версии Android. Давайте я покажу и расскажу на примере двух телефонов. Захожу в настройки, далее мне нужно найти пункт о телефоне. В этом телефоне он находится в системе, и здесь, если мы зайдем, будет о телефоне. В других телефонах все зависит от прошивки, может быть сразу в настройках. В общем, нам нужно найти вкладку о телефоне. И далее нас интересует здесь версия Android. У меня здесь 9-я, и клацаем n-ное количество раз вот таким вот образом быстро, до тех пор, пока не появится фишка. Здесь Android 9, поэтому буква P, Pi, и вот таким вот образом здесь, смотрите, эта фишка, вот можно зумировать букву P, делать меньше, больше, вот такой вот интересный эффект. Смотрите, увеличиваю, уменьшаю. Если у вас другая версия Android, то будет другая фишка. Давайте я еще покажу на примере Android 8. Беру телефон, захожу также в настройки и нахожу пункт о телефоне. И здесь у меня также версия Android, но здесь 8-я мы видим. И беру также много раз, часто кликаю. И смотрите, здесь появляется такая кнопка, ее нужно тоже покликать, а потом зажать и подержать. И все, вот у меня такая вот медуза появляется, которая вот можно вот таким вот образом играться. Причем, если ее отпустить, она вот плавно спускается вниз. То есть эта фишка будет на любом Android телефоне, единственное, будет разниться эффект в зависимости от версии Android. Поделитесь в комментариях, какая фишка у вас. Всем пока!